Мама, я последний раз спрашиваю, ты позвонишь или нет? Нет. Хорошо, тогда вот что. Я больше не буду тебя слушаться. И расскажу отцу все твои секреты. Тихо. Ты этого не сделаешь, понял? Сделаю. Арджун. Твой отец прав. Это я испортила тебя. Что посеешь, то и пожнешь. Мама, гудки. Выключи. У меня в горле пересохло. Воды. Дай мне воды. На, быстрее. Это сэр Пхола, я слушаю. Здравствуйте, дядюшка. Дядюшка? С каким дядюшкой вы хотите поговорить? Я подруга Суман. Подруга Суман? Какая подруга? Я подруга соседки сестры и ее дяди. Подруга соседки сестры? И я не понял. Скажите еще раз. У меня в горле пересохло. Я не могу повторить. Я волнуюсь. Ничего, ничего. Как вас зовут? Сегодня первый раз звонят Суман. Да нет, я уже несколько раз звонила. Несколько раз звонила? Без разрешения сэра Пхолы? Звонок во дворец? Нет, никогда. Пока вы не скажете, как вас зовут, вы не будете говорить Суман. Он не хочет звать Суман. Что? Что? Да. Что? Ну, быстрее. Спроси, как ее здоровье? Алло? Сэр Пхола? Скажите, а как здоровье принцессы? Нет, не принцессы. Суман, Суман. Она в порядке. Абсолютно в порядке. Когда это ей не здоровилось? А через два дня она выходит замуж. Правда? Поздравьте ее от меня. Хорошо, конечно. Звонок во дворец без разрешения Пхолы. Нет, никогда. Нет. Никогда. 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 Стоп. Сюда. Стоять. Стоп. Иди. Мама, с чем и кого ты поздравила? Принцесса выходит замуж. Через два дня. Скажите, то, что я слышал, правда? Правда. И случится это уже через два дня. Расслабься. Прям уже все знает. Я уверена, он очень умен и, конечно же, легко сможет найти выход из этой ситуации. Да, Прям? Конечно, конечно. А что со сделкой? Да, почему вы спрашиваете? Участвуем мы трое, так? Третья часть ваша. Все просто. Простите, но вы пара. И скоро я и принцесса тоже станем парой. Я думаю, все должно быть 50 на 50. Ну что? Простите, мистер Прэм. Расслабься. К чему споры? Только подумай, он так старается. Он заслужил это. Дадим ему 40. Но я согласен.
Да, Прэм. Я согласен. 60-40. Доволен? Но при одном условии. План мой. Мэти Ли? Мэти Ли, через 2 минуты Приям Вада должна быть в зале. 2 минуты. Это мой приказ. Садись, Приям Вада. Хорошо. Мэти Ли, принеси кольцо. Протяни руку.
Мы столкнулись уже пятый раз. Ты ходи там, а я здесь. От того, что я буду ходить там, ничего не изменится. От этого принцесса здесь не появится. Вы оба сошли с ума. Думаете, от того, что вы здесь, что-то изменится? Я думаю, вы должны пойти к ней. И украсть ее, да? Да, отличная идея. Она же не кто-то там, а принцесса. Если мы выйдем с ней и ее служанкой за ворота, то сотни охранников и 10 тысяч полицейских ринутся за нами. Знаешь, что будет потом? Мы умрем. Так что это плохая идея. Придумай что-нибудь еще. Идея. Извиниться. Да. Глупо. Думаете, ее величество вас простит? Мама, если попросить прощения от чистого сердца, то не только человек, даже Бог простит. Она просто женщина, почему бы ей нас не простить? А если даже она нас не простит, это отличный повод пробраться во дворец. Да, но... если вдруг что-то опять пойдет не так. Арджун, не бойся. Мы придем извиниться, а не украсть девушек. Это имеет смысл. Хорошо. Но я делаю это ради тебя. Ради нашей дружбы. Иначе мне там нечего делать. И если что-то пойдет не так, пойдем. Извиняться. Извиняться. Суми, это ложь. Правда в том, что он моя настоящая любовь. Это Прем. Прия, твоя любовь настоящая. Но тот, кого ты приняла за Према, это не он. Твой Прем — это Арджун. Если бы в тот день мы не поменялись местами, и ты не увидела Арджуна, сегодня ты бы нашла своего принца. Но, Суман, ты же знала правду и скрыла все от Прии. Ты эгоистка. Из-за любви ты обманула свою настоящую подругу, Прию. Ты все разрушила. Ты украла то, что принадлежит ей. Нет, Суман. Ты не должна была так поступать. Не должна. Я больше не ребенок. И я не буду молчать. Не буду подчиняться приказам. Я убежала из дома, чтобы доказать вам. Я буду жить своей жизнью. Я буду свободной девушкой. Я буду делать то, на что имею право. И вы не сможете остановить меня. Делайте, что хотите. Ваше Величество, принцесса опять сбежала. Ваше Величество, она отказалась выйти замуж за Нарендру. Мэйти Ли? Да, Ваше Величество. Идем со мной. Хорошо. Мэйти Ли. Закрой эту дверь, чтобы никто не мог войти. Эта дверь откроется только в день свадьбы Приамвады. Поставь здесь двоих охранников. Никто не должен сюда входить. А как же няня? Я сказала, никто. Еду ей будут подавать через окно. Но, Ваше Величество... Не спорь со мной. Делай, что я говорю. Ты забыла правила дворца? Заключенным дают еду только так. Выполняй мой приказ. Прямо сейчас. Да, Ваше Величество.
Что станет с принцессой, если она увидит тебя такой? Няня, в том, что происходит с Прией, виновата я. Нет, милая, виновата ее судьба. Нет. В этом виновата только я. Я. Дай свою руку. Дай. Это ты украла мои ролики? Тем вечером? Да. Это я украла ролики. Я поняла. Вы ничего не понимаете. Вы не знаете, что Прия подружилась с Арджуном в чате. А я скрыла это от Прии. Из-за своего эгоизма. Я очень плохая няня. Я не должна была этого делать. Хватит, не плачь. Ты любишь Прию, да? Тогда подари ей то счастье, которого она заслуживает. Ваше Величество, я давно пытаюсь поговорить с вами, а вы... Я тоже. Посмотрите, какой дворец красивый. Посмотрите на шторы. Красивый цвет, правда? Вы думаете о цвете штор, а о цвете лица своей дочери нет. Вы закрыли ее на замок. Вы обращаетесь не хуже, чем с животным. Послушайте. Я в последний раз предупреждаю вас. Если вы сейчас же не прекратите готовиться к свадьбе, я уйду отсюда вместе со своей дочерью.